Здравия желаю. Итак, собрал из двух старых аккумуляторов от ноутбука, как вчера показывал, батарейку вот. Поставил я, видите, сюда. Две по 6 штук. Подсоединил вот последовательно. Сделал, чтобы провода, сделал дырку, чтобы провода выходили. Сейчас попробуем провести, какая же она мощность через этот мотор. Подключим мотор и включим секундомер. И посмотрим, насколько. Сейчас посчитаем. Значит, при 11 ватах, при 11 вольтах там выходная, 11,5. 220 разделить на 11,5. 19,13. Так. А теперь 400 разделим на 19,13. 21 ватт. То есть мощность будет 21 ватт. Включим секундомер. Так. Подключим, значит, вот один провод подключили к мотору. И второй. Пошло. И стартуем. Вот, стартуем. Смотрим время, сколько будет работать. Вращение, видите, довольно быстрое. Ну, не такое, как... То, может, они дохлые уже. Потребление 21 ватт. Вот это вот системы. Сейчас. Сколько будет крутить. Сейчас пока остановлю. Остановлю на съемку. А потом продолжу. Продолжаем репортаж. Значит, батарейки я проверил. Значит, что? Заряжаются они 25 минут. Так. Заряжается бесплатно. Сейчас я вам покажу. Вот. Включаю вот этот самый. Сейчас 7.30, видите, на них разряжены. Разрядил их. Перед этим я пробовал. 25 минут заряжал. Вот. Сейчас проверим счетчик. То есть здесь я показывал, коробку применил, видите, и вывел два туда, ну это все показывал. Здесь два, параллельно соединил. 7.31 сейчас. Это они были разрезаны почти до единицы. Оно, видите, обратно поступает. То есть заряжается, 25 минут заряжается. Сейчас покажу. Вот. А потом вот эта фигня работает. Сейчас скажу, сколько минут. 7 минут 22 секунды. То есть по замерам получается, отдает она всего, значит, где-то 10 ватт за 7 минут. То есть мощность у этого большая. За 7 минут 10 ватт дает. Это значит, что зарядка за 25 минут, как я высчитал, это 60 часов, а 25 это 2,4 часа. Вот. Значит, за 25 минут 10 ватт. И помножить на 2,4, 24 часа.
24 ватта. Значит, в час это дает 24 ватта в час всего. То есть батарейки, наверное, старые, но при этом получается БТГ с них. Потому что они заряжаются ровно 25 минут без траты тока и выдают 10 ватт через 25 минут. Сейчас покажу, вот здесь обнуляем. Вот ставим на старт. Стартуем. Пошла зарядка. Вот видите, зарядка в виде идет. Кстати, вот эти батарейки я показывал, да, уже. От ноутбуков зарядка идет. Вот 25 минут будет заряжаться до 11,1 вольт у них максимальная. Будет до 11,1 вольта заряжаться 25 минут. То есть получается с них слабый бестопливный генератор. То есть бестопливные батареи. Вот видите, они заряжаются 25 минут, вот так счетчик стоит. Вот включено, вот лампочка. Все включено, видите. Все стоит. А заряд идет. То есть если бы батареи этих много было бы, если там 10 ватт и 25 минут, а если бы было 50 таких пар, посчитайте, 500 ватт бы было за 25 минут. Это уже что-то. То есть сейчас оно выдает 10 ватт бесплатной энергии, заряжая 25 минут ее. Потом разрядил еще 25 минут. То есть вот она идет уже 8.37, там 8.40 и так далее. То есть вот такое получилось. Так, на этом заканчиваем про батарейки. Значит, будем продолжать опыты. Надо батареек. Если бы у меня было батареек этих много, уже все запустили давно. Буду, значит, находить где-то, покупать старые и так далее.